41-я школа готовит для своих учеников сюрприз. Здесь капитально ремонтируют актовый зал. На обновление учреждению выделили более 1 миллиона рублей. Ход работ проверил мэр Владимир Шарыпов. Подрядчик обещает не подвести и к 31 июля, согласно контракту с работами, закончить. В настоящее время здесь монтируется новая сцена. Мы ее перевернули, потому что она находилась в другом месте. Мы ее перевернули. Здесь также, помимо монтажа сцены, пол мы делаем и стены. Ни дня актовый зал не бывает пусто. Здесь танцуют, поют, проводят мероприятия. Поэтому его и выбрали для ремонта. Еще одним центром притяжения должна стать новая спортивная площадка. На ее обустройство предусмотрено порядка 7,5 миллионов рублей. В этом году пройдут подготовительные работы. В 2020-м объект завершат. На одной половине будет расположена зона для игры в мини-футбол, волейбол, хоккей и баскетбол. На другой – силовые тренажеры. Я считаю, что люди, которые живут в прилегающих районах, конечно, должны посещать школу не только для того, чтобы привести детей на обучение, а именно школа должна стать центром притяжения для жителей всего района. И, соответственно, такой процесс мы будем реализовывать во всех школах нашего города, конечно, постепенно. Спортивные площадки также появятся на территории 14 и 28 школы. Инициатором строительства подобных объектов может стать родительский комитет любой ивановской школы. Для этого нужно заручиться поддержкой депутатов и администрации учреждения. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.